Привет, парни. Вы как, свои? Это что, Петрошка? Понял. Я заплатил тебе 95 рублей, теперь мне денег для баланса должны сидеть 245, мне 241. Лох! А ну его нахуй. Роны летят наверх. Обожаю свою жизнь. Бля, вообще, несколько дней уже не играл в Apex. Пипец. Пипяу. Я норма знаю, что фолловеров почти 30к, зрителей 85. Ты чего? Понимаешь, случилась такая ситуация, где-то пару недель назад ко мне залетали какие-то додики и крутанули мне 17 тысяч фолловеров. Пиздец, да, блядь? Мне было очень больно, особенно смотреть на свою статистику сейчас. Отлично. Отличное ожидание. Ой. Неделю назад было. Неделя прошла, я думал больше. Да блять! Еще просто не спасибо. Ёбаный насрать! Тыгдык, 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 блять, здорово! Алло, дядь. Тебя не смущает, что ты как бы прошел через... Тоннет, нормально все. Видимо, его вообще это нисколько не смущает. Дель, витрина... Я не помню, когда это было. Давай! Сотри! Ебо! Вот! Вон он, вы видели? Фу, блядь. Мне аж больно стало в горле. Однозначно лайк. Пизда кому-то. Который что-то не очень ждал его, он вышел таким. Я даже что-то не особо его ждала, я особо и хотела играть. Я заебалась зевать, о май гад. Типа я лучше в Apex поиграю. Ты чё, охуел? Или во что-нибудь на плоечке. Ты чё, блядь? Та-та-та, иди в щепку. Ты... И у меня ножи, блядь, закончились. А может вот так вот ебанють-то в тебя, а? Это ты почувствуешь? Чек не Robbery Juice World. А, это свой, блядь. Мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняют небольшое... Блядь, что?! Все потому, что Артём. Если бы ГГ не было Артём, все было бы нормально. Кто никогда не говорил, что у тебя красивая улыбка? Теперь тебе говорит это еще Клава Кока. Тебе... Клава Кока, блядь, чуваки, это пиздец. Клава Кока. Что, когда Лила Стич? Теперь я тебе еще говорю, Александр Гусей. Мне... Ай, блядь, больно. Мне надо кое-кого попросить, чтобы мне Клава, помогли Клава, найти нормальный... Ебать нормально, бля. Не я. Не я тебе говорю. Тебе блядь, да что со мной не так? Дорогой мой друг. Не, Кока-кола. Не Клава Кока. Кока-клава, блядь. Спасибо, что не проходишь, а то вообще некого смотреть. Да нахуй это метро? Это кто? Короче, еще, мне нужен эмулятор нормальный на плойку первый и скачать. А че он умер-то сразу? Придавило, блядь, чуток. Смотрю, Клава Кока выбирает, да. Уровни, поэтому я не думаю, что это сложно будет. Это что, блядь, если мы еще дальше уйдем, я не думаю, что это будет супер сложно.
В настройках здесь есть только темы и звуки, и все. Чё? Погоди, чё он сказал? Ресет про чё? Чё? Я час прожил зря? Пиздец, я... Обещайте, попытайтесь конфликтовать с... Чего? Чё? Хули... Хули ебал задрал! Пройди Ведьмака на стриме. А смысл? Я уже проходила Ведьмака. Жена... Да мы же ещё, ну, не женаты. На самом деле это просто, ну, фигня. Живём же... Шо? А? Шо? Не поняла? Ну, живём же мы вместе! И? И то. Шо? Ничего. А? Бэ. Фигня. Бля, типичная тёлка, которая... Ну, короче. Шо? Нормально всё. А как так, как так без свадьбы? А почему? Я не поняла, бля. Я хочу свадьбу потратить хуево тысячу, блядь. Сотен тысяч рублей, блядь. Чтоб все нажрались, набухались, насвинячились и попиздились. Короче. А, я не шо, заметил, блядь? Что она знает. В смысле, блядь, без свадьбы? Как так? Ну, свадьба скоро, да, пацаны? Да, да, да. Типа, сейчас свадьба по факту это просто, блядь... Это империя с братьями Гуриэл махается, смотри. И всё. Всё, пиздец. Или ты такая же... Кина не чё, будет. Блядь? Электричество кончилось. Сейчас ехал, не так надо. Бля! Будешь пробовать стримировать? I'm sorry, я же его переделывала. Не, резидент, наверное, не буду. У меня с хоррорами такие взаимоотношения, знаешь. Блядь! Жопа! Всё? Грас! I'm sorry. Да босраная просто. Теперь знаешь, что я не самая тупая девка, нахуй. Типа, зачем, если можно просто расписаться и съебаться отдыхать? Ну здоров, брат по крови. Любишь проходить Антон на стриме, что это за игра? Кто-то другие не замечает, а я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал... Сегодня можно бесплатно покушать. Бля, что за хрень ты делаешь? Где ты начнёт циклеить? Бля, она теперь не отклеится. На минус брюки, мои любимые. Она не отклеивается. Кто? С хуя, в смысле, подожди. С хуя? Да. Подожди, тут, тут ворсун не отклеивается. А ну-ка, ну-ка, ща колечки нахуй, ля. Намасте. Все хорошо. Все хорошо. Бля, идеальные кольца видели? Пиздец. Можно было даже член просунуть, мне кажется. Хочешь потратить 700-ка на свадьбу? Поебаться. Ну вот, как бы она ни хрена еще не окупается, так что нахуй нам надо. Отца будто ветки ловить. Скажи, вот это что такое, а? Хозяин, знаешь, что здесь такая хуйня происходит, а? Хозяин знает? Знает хозяин, что у вас тут текстуры ебутся? Знает хозяин? Я уже прочитала. Говори, блядь, Андрей. Лохматый рак. Не надо писать одно и то же по несколько раз. Прям на входе позорище какое. Блядь. Я тебя зацелую! Бля, Манурин! Обниму! Сильно-сильно! Я тебя заколдую! Ты ебанулся, Вальтиш! Мне голова болит, ебанутый куну... Артём, Артём, извини, извини, извини! Андрюха, извини! Андрюш, ты будешь? Попробуй. Капать же. Андрей, да, вот попробуй. Чё? Я забыл, блядь! Даже 50 камеров, как у меня, дух, я на телекольце расписались, значит, выбрались и всё мог.